каждого в жизни возникает такой момент, когда все валится с рук, и вся жизнь идет наперекосяк. Как в бизнесе, так и в личной жизни. И такой же момент настал у меня в жизни. И в этот момент ты понимаешь, что ты не можешь обвинять кого-то вокруг, да? И ты понимаешь, что... Ну вот у меня был такой момент, когда я начала искать причину в себе. И когда боль уже становится настолько сильной, что ты не можешь терпеть, ты начинаешь искать какие-то инструменты. В этот момент я как раз встретила Юлю и прошла у нее первую сессию. Я была очень закрыта на первой сессии, потому что, ну, я не верила в это все, да, что есть что-то, что может изнутри тебе помочь. Вот. Но уже на первой сессии я избавилась от определенных болей. И я все равно не верила в эту методику, пока у моей мамы не обнаружили опухоль в груди. И тогда мы провели сессию уже с моей мамой. Это была сессия тройная, да, то есть Юля, я и мама. И буквально две сессии у мамы остановилось развитие этого всего, да, когда мы выявили причину. И на меня это очень сильно повлияло. Мне нужен был инструмент, благодаря которому я не могла бы, вернее, я могла бы не зависеть от других людей. И мне нужен был инструмент, где я могла бы влиять не только на свое развитие и влиять не только на проработку своих блоков, да, которые не дают мне развиваться и жить счастливой, да, но и также моей семье. У меня есть маленькие дети, и, конечно, безусловно, для меня было важно создать им основу. Хочется всегда воспитать детей, дав им, ну, открыв им дорогу, да, в будущее, чтобы они не сталкивались с тем, с чем сталкивались мы, с чем сталкивалась я в частности, да, потому что когда я пришла в тета-хилинг, это было очень тяжелое время для меня, как моральное, так и физическое. И первый пункт, скажем так, первый результат, который я получила, я просто научилась быть в гармонии с самой собой. А когда я начала внутри себя, скажем так, получать ответы, то жизнь снаружи, она очень быстро наладилась. Если говорить о результатах, которые я получила, что мне нравится, что результаты, они были во всех сферах, вернее, они есть во всех сферах. У меня наладились отношения в семье с супругом, потому что тогда была ситуация на грани развода, да? А у меня наладились в семье отношения с детьми. Они стали более открытые, спокойные, мы стали дружить. У меня наладились отношения с мамой, особенно после семейных уз. Вот недавно я прошла, и я выяснила, что там 30 лет своей жизни я была в обиде на маму и даже не подозревала, по какой причине, да? Это большое облегчение, на самом деле, простить родителей, и это очень сильно влияет на жизнь как внутри, так и снаружи, да? Я поменяла сферу деятельности, я наконец-то занимаюсь тем, что приносит мне удовольствие. Ну как, еще у меня друзья появились и с позиции тета-хилинга, и вообще очень сильно поменялось окружение. На сегодняшний день в моем окружении в основном доминируют люди, которые занимаются любимым делом, которые занимаются саморазвитием, да, которые живут и радуются. Вот. И, безусловно, я не собираюсь останавливаться и продолжать дальше, потому что эта методика, она действительно очень помогает в жизни понять себя, принять себя, полюбить себя, а все же начинается с себя, да, и потом уже ты начинаешь принимать других и любить других.